Гематолог – достаточно редкая медицинская специализация. По нормам на 100 тысяч человек приходится один такой врач. Гематологическое отделение – одно на миллион жителей. Более того, гематология не входит в образовательный стандарт в медвузах. А значит, для врачей первичного звена достаточно сложно быстро диагностировать, например, острый лейкоз. Именно эти знания хабаровские специалисты получают в рамках обучения, организованного Российским университетом дружбы народов. Обычно гематологическое отделение в основном состоит из больных острыми лейкозами. Частота острых лейкозов максимум 5 больных на 100 тысяч населения. Поэтому врач, любой терапевт должен принять 20 тысяч больных, чтобы из среди них всего один лишь был больной с острым лейкозом. Наша задача как раз научить их, что есть такие заболевания, они редкие, их редко видят, но, к сожалению, надо обязательно владеть навыками своевременного распознавания этой ситуации. Хабаровские врачи первичного звена с гематологическими заболеваниями сталкиваются достаточно регулярно. В принципе, лейкозы, лимфомы чаще всего, и, ну, может быть, 2-3 раза в год. В основном это трудоспособный возраст, ну и больше преклонный возраст. Но в последнее время стало, ну, часто встречаться и среди детей заболеваний. В Хабаровском крае сегодня специализированное обучение по гематологии проходит 60 медиков, в том числе и онлайн. Это врачи общей практики, терапевты и онкологи. Виктория Зыкова, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.